переходник системы KyivContex. В моем случае это объективы Helios 103 Peter 8M на М39 резьбу и дальнейшие установки на фотоаппараты беззеркальные. Рабочий отрезок сохраняется, все выдержано, то есть фокусировка происходит за счет вкручивания-выкручивания переходника по резьбе. Диапазон достаточный от бесконечности до нескольких метров. Вот. Процесс установки. То есть вот у нас есть обычный стандартный переходник М39, в моем случае микро 4х3. Вот этот сам переходник, именно кольцо и объектив. То есть переходник вкручивается в кольцо, объектив вставляется в переходное кольцо. Вставляется плотно. Вот. Центруемся по... Сопоставляем паз выступ на объективе с правым краем выреза. Вставляем и закручиваем до упора. Все. Вот. Дальше устанавливаем переходник. Вот таким образом пользуемся. Идет слегка туго, то есть для того, чтобы когда управляешь диафрагмой, у тебя фокусировка не сходила. Вот таким образом происходит работа с ним.